Проблемы камчатского образования, медицины и других сфер жизни Камчатки Владимир Солодов обсудил на встрече с активистами регионального штаба Общероссийского народного фронта. В частности, представители ОНФ предложили организовать в школах края больше профильных классов, а также обратили внимание губернатора на то, что в средних учебных заведениях не хватает преподавателей. На самом деле, учителя едут на Камчатку, и потому что меры поддержки достаточно серьезные. Это и земские учители, это и уровень заработной платы. Я, конечно, вижу еще одно здесь решение, это увеличение существенной доли педагогических кадров в подготовке специалистов Камчатским государственным университетом имени Витуса Беринга. Говорили на встрече и о подготовке медицинских кадров. Министр здравоохранения Андрей Кузьмин рассказал, что в 2022 году более 60 камчатских выпускников смогут поступить на материке в медицинские вузы на специалитет и еще свыше 30 в ординатуру. Для сравнения, в 2021 край получил только 16 квот. Губернатор подчеркнул, что Общероссийский народный фронт остается действенным механизмом обратной связи между властью и народом. Руководителю молодежки ОНФ Александру Бессонову Владимир Солодов вручил почетный знак «За доброе сердце».